Во-первых, добро пожаловать. Очень рады познакомиться с вами. Я думаю, последний раз вы были в 2011 году, да? 2011 году. За 8 лет, видно, Бишкек изменился. Двоякое ощущение, и да, и нет. Не изменился по внутреннему ощущению, изменился по постройкам больше. Да, и я не знаю, что я работаю. Спасибо большое, что вы приехали. Я думаю, как лица депутатов Бишкекской городской исполнительной городской власти, хочу вас поблагодарить, вас, вашу маму, вашего тренера. Огромное спасибо, что вы у нас есть. Я думаю, честно, за эти все годы мы являемся все вот присутствующими болельщиками вами. Я хотел бы подчеркнуть, что не политика и не политики восхваляют и вообще поднимает с вами в большей степени представители культуры и спорта. Потому что от имени городской власти и депутатов городской, конечно, очень горды вами, очень приятно и огромное спасибо перед вами поклон за ваши достижения за все эти годы. Я думаю, после вот все согласятся мы пройти такой этап, столько тренировок, столько терпений, столько слез, взаимопонимание с тренером постоянно. Была цель и любовь к искусству, которое я делаю. Я считаю, что если ты получаешь удовольствие и ты любишь свое дело, то никакие трудности тебе не страшны, потому что ты получаешь искреннюю радость от своего дела. Спасибо большое, честно. Мы даже не могли представить, что такое может случиться, что к нам такой человек прекрасный зайдет, и мы будем иметь честь поздравить вас с такими достижениями. Я только могу пожелать от лица всех, могу только пожелать успехов, без травм, достигать все самые высшие просто ступени всего и войти и стать легендарной в истории. Но я думаю, вы и так вошли. Вам огромное спасибо, честно, человеческое спасибо, потому что весь Кыргызстан, весь Бишкек, все полностью наблюдали. В этом году два знаменательных таких было мероприятия. Видно, когда мы болели за футбол, и когда вы передали привет по этому поводу всем, и когда ваша победа, когда вы стали чемпионкой такой UFC, мы... Спасибо, честно, человеческое. И у нас небольшие тоже есть подарки, мы хотели бы вручить. Ой, слушайте, на основании постановления Бишкекского городского кинеша номер 37 комиссия по награждению почетными грамотами Бишкекского городского кинеша решила за высокий патриотизм, стойкость и личный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также пропаганду здорового образа жизни среди молодежи и достойное представление Кыргызской республики на международной арене почетной грамотой Бишкекского городского кинеша наградить президента Федерации тайского бокса Шевченко Елену Аркадьевну. Почетная грамота Бишкекского городского кинеша наградить заслуженного тренера Кыргызской республики Федотова Павла. А также серебряный нагрудный знак с гербом города Бишкек вручить президенту Всемирной Федерации тайского бокса национальной борьбы Кулату Эртаймаш Кадырмышеву Руслану Джаманаковичу. И сейчас нашу... За высокий патриотизм, стойкость и достойное представление Кыргызской республики на международной арене знак «Патриот» вручить мастеру спорта международного класса по тхэквондо,
трехкратная чемпионка мира по кикбоксингу по версии К1, двукратная чемпионка мира по ММА, чемпионки UFC на легчайшем весе Шевченко Валентине Анатольевне. Поздравляю. Это наш знак патриот нашего бишкекского городского кинеша. И примите цветы. Это наши небольшие, хоть и такое внимание. Да, хорошо. Валентина Анатольевна, также от нас, от бишкекского городского кинеша, такой подарок. Это наш великий Манас, чтобы он всегда с вами был, вас охранял и добивайтесь только лучших побед. Вы наша легенда. Спасибо большое. Давайте общее фото тогда сделаем, да? Может, вы возьмете тогда, да? Нет. Чуть-чуть можно так, да, мы не поймемся. Маму забыли, главную виновницу. А где наша мама? Мама, идите сюда. В эту сторону. Сейчас. Мы все так переживали. Как у вас ощущения? Очень приятные ощущения, я очень рада. И, конечно, все это то, что со мной сегодня происходит, это большая мотивация перед моим боем, который будет следующий бой через 2 месяца. Защита. А где будет? В Чикаго, 8 июня. Да. И, конечно, это такой заряд для меня мощный. Ну, я думаю, уверен даже, что 8-го выиграете, дальше продолжите. Это большой-большой подарок. Спасибо вам большое. Еще раз огромное спасибо человеческое от сегодняшнего нашего коллектива. Вам только успехов с вашей командой, добиться всех наилучших просто для свершения. Так что спасибо. Всех благ.